Всем привет, продолжаем смотреть картины Лавиния Фонтана, одевающего Минерву. Холст масла 260/190. Лавиния Фонтана родилась в семье художника, получила уроки живописи от своего отца Проспера. В своих работах она развивала унаследованные от него традиции Болонской академической школы и нередко обращалась к персонажам античной мифологии. Древнеримская богиня мудрости и войны, покровительница ремесленников, писателей, актеров, поэтов, художников, учителей, учащихся и врачей, входила в триаду наиболее важных богов Древнего Рима вместе со своим отцом Юпитером и его женой Юноной. После того, как произошло слияние представления о римской Минерве и греческой Афине, богиню изображали в виде стройной молодой девушки со щитом и копьем в доспехах, зачастую рядом с ее священной птицей совой. На картине изображена Минерва, отождествляющая римлянами с Афиной Палладой. Богиня мудрости и покровительница воинов представлена одевающей свой наряд. На полу лежат ее доспехи, шлем, щит, кираса. У входа на балкон стоит копье. Белизну изящного тела героиня оттеняет насыщенные краски интерьера, в котором преобладают красные и золотые тона. Торжественность, царящая в полотне, благодаря присутствию амуниции, пышной драпировки и решительности, с какой Минерва облачается в одежды, сочетается с нежностью ее облика. Амур, поднимающий шлем богини, носит в полотно легкую игривую струю, свойственную живописи академистов. Вот такое описание картины Лавинии Фонтана, одевающая Минерва, я нашел в интернете. Все, всем пока, всем привет, до свидания.